Летом 1380 года вся русская земля пришла в движение. Разные города, княжества готовились к событию небывалому. Предстояло впервые за многие годы в открытом поле сразиться с татарской силой. Если бы на призыв московского князя Дмитрия Ивановича не откликнулись, забыв прежние обиды, другие русские князья, не было бы великой победы на Куликовом поле. Вспоминая об этом, невозможно пройти мимо одного крайне досадного и нелепого обстоятельства. Господин Великий Новгород, могучая русская республика, уклонилась от участия в общерусской борьбе. Но как же так? Князья, самовласцы сражались, а свободные граждане, республиканцы, преспокойно сидели дома. Эта древняя каменная крепость называется Порхов. Она была построена для защиты западного рубежа Новгородской республики. Каменные стены Порхова должны были сдерживать воинственный пыл немцев и литовцев Ливонского ордена и Литвы. Летом 1428 года к Порхову подошло войско великого князя литовского Витовта. Началась осада, но до большой драки дело тогда не дошло. Новгородцы решили откупиться. В лагерь Витовта под Порховом приехал сам новгородский владыка Ефимий с послами. За огромную сумму, 10 тысяч рублей серебром плюс 1000 за пленных, Витовт согласился прекратить военные действия, покинуть новгородскую землю и заключить мир по старине. То есть все вернулось на круги своя. Это значит, что и в данном случае Великий Новгород не хотел бороться, не хотел ничем жертвовать, не хотел собирать и тратить свою военную силу. Пусть борются другие русские земли, а мы будем торговать мехами, воском и жить в свое удовольствие. Только это очень плохая политика. Это даже не политика, а политиканство, лишенное стратегии, лишенное достойной цели, следовательно, лишенное будущего. У Новгородской республики был только один шанс – обрести свое будущее. Этот шанс связан с отношением к общерусскому делу, к судьбе русского мира. И тут все вопросы к новгородской элите. Только элита может формулировать и развивать новые идеи. В данном случае требовалось найти средства, чтобы возглавить общерусское дело, чтобы республика стала опорой русского мира, в том числе в борьбе с Литвой. Историки средневекового Новгорода в свое время сделали одно любопытное наблюдение. В новгородских летописях конца 14-го, начала 15 века одна из важнейших тем – это Литва. Огромное и сильное государство, выросшее в 14 веке. Литва выросла и стремительно возвысилась благодаря борьбе. Самоотверженной борьбе, во-первых, с татарами, а во-вторых, с орденом, с немцами. В состав Литвы вошли тогда многочисленные русские земли, в том числе Киев, мать городов русских. И вот только одна деталь. Граница между Литвой и Москвой проходила тогда по Оке, ну где-то в районе Калуги. Представляете, какая это огромная территория и какая за этим стоит политическая мощь. И, конечно, литовские властители претендовали на большее. И на Новгород, и на Псков, и на Москву, на всю русскую землю. Отсюда бесконечные конфликты с Литвой.
и Новгорода, и Москвы. Но главные соперники – это, конечно, Литва и Москва. Между ними основной спор. За будущее, конечно. В начале 15 века финал этого спора никому не известен. Это мы сегодня все знаем. И судьбу Литвы, и судьбу России, политики и дипломаты Новгородской республики этого не знали. Но им нужно было делать выбор. И они его сделали. Великий Новгород начал сближаться с Литвой. К моменту Куликовской битвы новгородско-литовские связи – это уже политическая реальность. Это союз, а точнее говоря, сговор. И он уже многое определяет. Недаром вскоре после битвы Новгород приглашает к себе литовского князя. Кстати, не в первый раз. И это уже не что иное, как демонстрация. Неприкрытая демонстрация оппозиции московской власти. Москву эта новгородская оппозиционность неизменно раздражала. Москва будет пытаться восстановить свое влияние на Новгород, разрушить Новгородско-Литовский союз. Не всегда для этого находились достаточные силы. Но чем дальше, тем потребных сил будет у Москвы все больше и больше. Внук Дмитрия Донского, великий князь Василий II, Василий Темный, пойдет войной на Новгород, разгромит новгородское войско и продиктует Вечевой республике свои, московские условия мира. По так называемому Ежелбитскому договору внешнеполитическая деятельность республики будет сильно ограничена. Это, мягко говоря, не прибавит Василию Темному популярности среди новгородцев. В Новгороде его не любили. Но это еще полбеды. В конце концов, и с князем Александром Невским у новгородцев были непростые отношения. Но в Новгороде не было тогда так называемой литовской партии. А теперь такая партия была. И состояла она из людей весьма и весьма влиятельных. Однако при всем своем влиянии эти люди были бессильны противопоставить московской политике нечто действительно значительное. От бессилия литовская партия решилась на авантюру. В 1460 году, когда Василий II с младшими сыновьями приехал в Новгород, противники Москвы ударили в колокол и собрали граждан республики на вече. Здесь, перед Софийским собором, обсуждался вопрос о политическом убийстве. Защитники новгородской свободы предлагали немедленно расправиться с великим князем и его сыновьями. «Безумные люди», – увещевал новгородцев владыка Иона. «Безумные люди! Что вы приобрящете?» К счастью, великий Новгород услышал тогда голос своего архипастыря. Огромной потерей для Новгорода станет смерть владыки Ионы осенью 1470 года. 12 лет он занимал новгородскую кафедру и положил много трудов ради просвещения новгородской жизни, политической в том числе. Выборы нового владыки по новгородской традиции состоятся здесь, в Софийском соборе, 15 ноября. Эти выборы станут для Новгорода серьезным испытанием. Самые разные силы внутри новгородского общества будут пытаться повлиять на исход выборов и провести в святители своего кандидата. Такой кандидат был прежде всего у так называемой литовской партии во главе с энергичной властной боярыней Марфой Борецкой, знаменитой Марфой Посадницей. Ее богатый дом давно превратился в своего рода политический центр. Там были готовы использовать любые средства, лишь бы сохранить в Новгороде боярское влияние, силу
а главное – собственность. Огромные богатства основных боярских семейств. Из Москвы исходила очевидная угроза этим богатствам. Приходилось из двух зол выбирать меньшее. Для Марфы и ее сторонников – это польский король, Литва – вообще Запад. Западниками они не были, отнюдь. Они были банальными сепаратистами. Недалекая политика, безразличная к общерусскому делу. Вот удел Марфы-посадницы. Предположим на минуту, что такая политика утвердилась в Новгороде. Чем бы это закончилось? Ответить на этот вопрос несложно. Достаточно вспомнить историю Украины, оказавшейся в орбите польско-литовской колонизации. Грубое религиозное насилие, католическая экспансия, а в ответ борьба местного казачества. Почему, за что жители Украины боролись так ожесточенно? Да потому что они оказались людьми второго сорта. Вот так вот, вот такая радужная перспектива. Тем временем в Новгород уже прибыл литовский ставленник, киевский князь Михаил Алелькович, в сопровождении блестящей свиты. Он должен был убедить новгородцев, как прекрасно жить под властью литовского великого князя и польского короля. Это была, как теперь говорят, хорошо организованная рекламная кампания. И оставалось дело за малым, чтобы вновь избранный новгородский архиепископ отправился на поставление не к московскому, а к литовскому митрополиту. Замышлялось разрушение церковного единства. В то время это равносильно разрушению Руси. Вильно, Кракове и Риме это хорошо понимали. И потому так много зависело от выборов новгородского владыки осенью 1470 года. Однако при всем своем желании литовская партия не могла навязать Новгороду своего послушного кандидата. Все решал жребий. И решение это оказалось не в пользу политических слепцов. Новгородским владыкой станет протодиакон Софийского собора Феофил. Он займет новгородскую кафедру в очень трудное время. Великий Новгород ожидали тяжелейшие испытания. Новгородская элита была расколота. И этот раскол окончательно развязал в республике порочные политические силы. Литовская партия взбаламутит вечи и форсирует переговоры с польским королем. Как и следовало ожидать, это спровоцирует Москву на ответные действия. Сепаратные переговоры были грубейшим нарушением Ежелбицкого договора. Сын Василия II, великий князь Иван III, попытается было образумить новгородское вече и новгородских политиков. Но дипломатия в данном случае будет уже бессильна. И тогда, в мае 1471 года, Иван III пришлет в Новгород так называемые «разметные грамоты». На языке того времени это означало объявление войны. Здесь, на реке Шелоне, впадающей в озеро Ильмень, к юго-западу от Новгорода, произойдет главное столкновение московской и новгородской ратной силы. Это жестокое и кровопролитное событие войдет в историю как Шелонская битва. В сущности, она предопределит исход всей войны и даже больше решит вопрос самого существования Вечевой Республики. Утром 14 июля, в воскресенье, передовой московский полк под началом князя Данилы Холмского стоял там, у меня за спиной, на правом берегу реки. Новгородское ополчение занимало этот противоположный берег. У новгородцев было явное преимущество. Во-первых, это численность, а во-вторых, позиция. Москвичам предстояло в
форсировать реку. Эти обстоятельства сами по себе, безусловно, очень важны. Но на войне чаще всего все решают совсем другие вещи. Сила духа, воодушевление, умение драться. У новгородцев не было уже ни того, ни другого, ни третьего. Прошли те времена, когда они умирали за Святую Софию. А потому пятитысячная московская рать одолела здесь 40-тысячное новгородское войско. Новгородцы не просто проиграли это сражение, они были разгромлены. Они обратились в паническое бегство и при этом потеряли всякое человеческое достоинство, чувство товарищества, мужества, преданность своему делу. И потому мы видим здесь такие громадные потери. 12 тысяч убитых осталось лежать на берегах Шелони. Более 2500 было взято в плен. Кроме того, москвичам достался весь новгородский обоз. И в нем обнаружилась, так сказать, главная улика новгородской измены – договор с Казимиром IV. Если бы не это обстоятельство, то пленные предводители новгородского войска считались бы почетными пленниками. И в этом случае подлежали бы выкупу. Но подобное правило не могло распространяться на изменников, на вождей литовской партии. По приговору Ивана III они были казнены в Старой Руси. 4 новгородских бояр, и в их числе сын Марфы-посадницы, новгородский посадник Дмитрий Борецкий. Все эти события повергли Великий Новгород в смятение. Охотников воевать с великим князем и прежде было немного, теперь их не стало вовсе. Оставался один единственный испытанный путь – переговоры и откуп. Эти переговоры проходили близ погоста Коростынь, на берегу озера Ильмень. В этом историческом месте новгородскими послами во главе с владыкой Феофилом был подписан Коростынский договор. Это итог войны 1471 года. Если не считать колоссальную контрибуцию в 150 тысяч серебряных новгородских рублей, условия договора были сравнительно мягкими. Иван III, как мудрый и осторожный политик, приступал к решению давно назревшего новгородского вопроса постепенно. Прошло около 4 лет. И вновь Иван III отправился в поход на завоевание Новгородской республики. Только это было уже сугубо мирное завоевание. На этот раз великий князь покорит Новгород справедливостью и правдой. По традиции Иван III остановился на городище, там, где жили прежде все новгородские князья. Тем временем весь город облетела удивительная весть. У московского властителя можно найти справедливый праведный суд. В княжеский терем на городище потянулись просители. Самые тяжелые дела разбирал лично великий князь. Он судил новгородских бояр за притеснение и грабежи простых граждан. В других обстоятельствах эти дела были бы безнадежны. Новгородские летописи криком кричат о боярской бесправдивости. Безнаказанность зла становилась чуть ли не нормой жизни. Демократические институты были уже бессильны вернуть уважение к праву. Я думаю, в этой ситуации нужно хорошенько разобраться. В наши дни можно очень не любить московское самодержавие. Почему бы и нет? Есть за что. При этом восхищаться демократией, в частности, республикой на Волхове. Ну да, в ее истории были великие страницы, и мы об этом говорили в прошлых передачах. Только в данном случае речь уже о другом.
Реальные русские люди, новгородцы, в свое время сделали осознанный выбор. Они выбрали правду. Русский человек, в конце концов, всегда выбирает правду. Эта правда находилась тогда на стороне Ивана Третьего. В этих обстоятельствах сохранить Новгородскую республику было невозможно. То, что творилось в Великом Новгороде в 70-е годы 15 века, это какое-то безумие, агония. Именно так. Жертвы были неизбежны. Иван III действовал всегда жестко. Только вспоминая об этом сегодня, не нужно морализировать. Вопрос о правах человека не стоял тогда ни у нас, ни в Западной Европе, нигде. Сами новгородцы ведь были далеко не ангелы. Одни ушкуйники чего стоят, помните? Кроме того, Иван III не собирался громить и опустошать Великий Новгород. Это очевидно. Создатель московского государства применял военную силу очень осторожно. Он умел ждать. Только в 1478 году, организовав третий поход на Новгород, Иван Васильевич окончательно решит новгородский вопрос. Этой древней одностолпной палате в наши дни реставраторы шаг за шагом возвращают первозданный облик. Обширная палата, памятник уникальный. Она была частью владычного двора, а построил ее новгородский архиепископ Ефимий в 1433 году. Стало быть, почти полвека под этими сводами проходили важнейшие события в жизни Новгородской республики. И так вплоть до ее падения и трагического конца. В январе 1478 года здесь было объявлено решение Ивана III о присоединении Новгорода к Москве. «Вечевому колоколу в Новгороде не быть, а государство нам держать свое, как следует великим князьям». Все! На этом метания новгородского правительства закончились. Это несчастное правительство и вся новгородская элита окончательно лишились власти. И тут уж ничего не поделаешь. Приходилось присутствовать на похоронах новгородской самобытности. Эти похороны растянутся надолго и будут продолжаться не один день и даже не один год. Будет снят и увезен в Москву вечевой колокол. На Ярославовом дворище появится резиденция государевых наместников. Множество новгородских семей будет переселено в другие русские города. И даже владыка Феофил, последний архипастырь Вольного Новгорода, в конце концов окажется в московской темнице. Но это будет уже потом, а сначала в этой палате состоится церемония присяги. Видные мужи новгородские присягали здесь на верность государю. О том, что переживали тогда эти люди, много говорить не нужно. Вероятно, большинство из них про себя во всем винили Москву и, в первую очередь, Ивана Третьего. Ну, так уж устроен человек. На самом деле погубили русскую демократию именно они, новгородские бояре. Манипулируя демократией, реформируя государственный строй, они постепенно исподволь подменили демократию олигархией. Боярский совет господ, заседавший в этой палате, это русская олигархия в действии. Все эти посадники и тысяцкие не захотели держать Новгород по старине, то есть вести свой народ, служить ему. Нет, в новгородской элите взяли верх иные корыстные устремления. Разумеется, они ловко прикрывались обманом
подкупом, демагогией. Но все эти уловки и хитрости хороши до поры до времени. Не успеешь оглянуться, все выходит наружу. Республика делается беспомощной. И тогда приходят другие люди и отменяют демократию надолго. Эта история для нас необычайно важна и поучительна. Мы как-то легкомысленно уповали на демократию. На самом деле это всего лишь форма, причем одна из многих. Только форма. Эту форму нужно наполнить реальным содержанием и духовным, и культурным. Задача необычайно сложная. Но ведь однажды эта задача оказалась по плечу нашим предкам, создавшим на русской земле республику Святой Софии.